Business. Добрый вечер. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить за признание. Лично для меня и для всей команды это знак того, что мы движемся в правильном направлении и что Microinvest занимает достойное место на финансовом рынке страны. Будучи лидером, я тысячи раз убеждался в том, что нам удалось собрать команду особых людей, создать культуру Microinvest, которая основана на прозрачности, основана на поддержке и нам помогает продвигать ответственное небанковское кредитование. Наш новый лозунг «Кредиты для трудолюбивых людей», мне кажется, очень резонирует с тем, о чем сегодня говорилось, особенно первыми ораторами. И мне кажется, что именно трудолюбие объединяет всю Молдову. Спасибо, благодарю за внимание.